Так, мы тут еще, короче, не все. Тут сейчас будет самое душераструпающее под названием кормление. Васильна, Васильна, а ты И в слышала? этот момент на мне все еще что-то лазит. Вот, я зашел, оно на мне висит. Вот это зеленое. Я хожу, а оно по мне. Ловит, ловит. Подожди. А, что, тихо, он уже жрет? Блин, он уже жрет. Она. Она. Хрум? Хрум? Мне такая же картина. А на следующий вот сейчас ей много надо их? Волосы розовые. Да. Смотрите внимательно. Офигеть. Мне жалко тараканчика немножко. У него так усики шевелятся. Романтично. Офигеть. Ну еще глаз облежит для полного ужаса. Это я знаю, что по мне что-то ходит сейчас. Это очень странно. Смотришь, как одно ест другое, а третье по тебе в этот момент ходит. Офигеть. Ну, пацан, кстати, не особо. Есть Саш, хлопчик теж честно, голодный. Честно, состояние, я вам скажу, диковатое, когда я смотрю что-то, но в этот момент я ощущаю, как на мне смотри, что-то смотри, шевелится. Смотри, 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 смотри. Сейчас будет ква. Оля, аккуратно. Да, я знаю. Получишь. Злиться будет? Да. А чем злиться? Он дикий. Чувак, нахавай. А как там не устал? Алло. Алло, гараж. Он готовый до ква. Оля. Я хочу ква. Получишь его. Сейчас. Я знаю, что. Он реально злой. Капец. Оля, не такие, ага. Ой, вообще капец. Он, а если не хочет. А если подставить палец, то будет больно? Да. Реально очень. Больно? Да. То есть они больно кусаются? Ну, все. Ой, он ругался только что. Такой, я видал все. Но, речь о том, что инши ящерка у нас ручнее и спокойнее. А этот... А пацана мы брали взрослого. И он какой-то не совсем коннект. Да. Не ручной. Да, веношеванный. Слушай, знаете, что такое? А оно по мне все ходит там что-то. Можно на шейку прямо. Знаете, что такое страшно на самом деле? Это не ручная игуана. Ну так игуана, извините, может там, кусок вот, тебя там, откусить. Там вот такие когти и вот такой хвост, как плеть, которым она лупит во все стороны. Еще у нас есть вот такие чудесные, довольно близкие. Ох, он ее пошматовал. Капец. Кого? Саш, ну да. Кто кого пошматовал? Да, пацан. А, вот ту зеленую, пожеванную. Было багато кохання, да. Слушай, они, короче. Ні, ну ти їм запропонуй, Саш, вони то голодні. Ти їм їсти запропонуй, вони вилисуть. Ти думаєш, надо. Спробуй. Надо їх. Є шанс. Ми просто їх сьогодні вже по рукам чіпили. Тягало. Об тараканівання. Що тебе? Так, слишком много всего сразу. Смотри, який прикольный. Безхвостый. Ты думаешь, Олег с Пуничем к нам просто так несколько раз ходит? Потому что за один раз все это воспринять? Да, это сложновато, как бы. Это вам не, это вам не два хорька. Вейковый геккон. Бананы есть. О, у него классные рога. Це ні, це ріснички, війки. Сліди такий миленький. Таке відчуття, що ми попали в парк Юрського періоду. Тільки хотів сказати. Тендітні такі. Хорошо, що не у мене. Ніжні тендітні. У мене чухається, а тут волосинка на лицо лезе. Ти не нервиш. Слушай, не... Оба-ба-ба-ба. Адя. Там хтось вийшов, щось є. Зараз пацан вийде. Чувак, іди сюди. Ну, ну ладно, на. Ну, хавач, ні? Вот это очень близкие родственники наших. Ящериц? Ящериц. А, да, они похожи, кстати. Да. Ну, у вот них... они крупнее раза. А вот это у них, 5. Кстати, вот эти дырочки, это что, это уши? Да, ушки. Уши. Значит, я все-таки был прав, что это у ящериц уши. У Хамила они вот такие уши. Похоже на ящериц, на задних ногах один длинный палец. Вот да, этот да, очень да. Похоже на наших. А это тоже, ну, это один род. Наши... Просто это самая крупная ящерица из рода Лацерта. Такие, как у нас зеленые ползают. Да, да. Ой, этот он подавился. Ну, что-то он там... Не-не-не-не. Поверь мне. Ну, что-то он... Ну, чтобы вы понимали, вот эти вот крысят вполне успешно. Однажды... Саша, запробуй им еще трошка ежи. Однажды самка съела двух крысят и снеслась в тот же день, ну, потому что... От переедания. Речь о том еще, да, им нормально давати мешат. То не було в продажі мешат, були лише крисята, да, красеня. Ну, таке десь за розміром. І ящерка, да, от двох, ми тут крисят розміщуємо, да, і бачимо, що місця для її вже не залишається. Тому що там можна робити, да? Кого-то в себе розміщати. Ну, зараз видно, як... О, їда.
уже засняла. Я в шоке. Да, и вот я как раз ночью. А их сколько здесь миллионов? Никто не считает. Ну, много. А если пошевелить, то будет вообще полная жопа. Смотрите, сколько. Ёшкин дрын. Бабушка застрелила. Я в шоке просто. Ребята, вы говорите, у вас дома тараканы? Нет, у вас нет дома тараканов. Ни у кого дома больше нет тараканов. Все. Если никто никогда-нибудь скажет, что у него дома есть тараканы, это вранье. Все. Ни у кого. Вот у них тараканы. Вот у этих двоих дома есть тараканы. Больше ни у кого дома тараканов нет. У меня когда-то в детстве сбежала анаконда. Ну, почему бы и нет? Маленькая. Метровая. Это было. Где она живет, интересно? Нет, я ее нашел. У соседей через неделю, у мертвых. Бывших соседей. Смотри, могу попробовать покормить паука. Ой. Это тоже жутко. Самочка, Саш, самочка, она уже бросит? Не факт, что да. А там кто-то бегает. Там еще не доели, там не доели таракана. Да, я им туда накидал таракана. Блин, какая здоровая, я не рассмотрела. Там бегают тараканы. Что, тараканы? Нет, нет, тараканы нет. Такие жуни, быстрее. Сашенька, а шуни якось на брюшці, оці світлі полоски, ти їх теж не бачив раніше? Ні, зараз подивлюсь. Як воно, як воно? Теж треба всіх обсмотреть. А це почесалось. Ні, ні. Ні. Вот эти вот? Світлі, да, ти ж на них подивись. Ні, ні, це вона счесала. Це счесані волоски. А, вони просто настільки густі? Да, да. А, я не знаю. Сейчас попробуем, чувак, я тебе не гарантирую, что это получится, но мы можем попробовать. Ой, оно зашевелилось. Саш, я давай. Ой, а что он к нам идет? Оп. Они очень быстро. Саш, комаха сховалась кинчи.